Hi guys, welcome back to Junlis Vlog, the reactor versus video reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today, as you can see on my thumbnail, American about Putin, unexpected and interesting. There is a Russian translation also. Oh my god, I'm so excited with this one. And credit to the owner also with the video, of course, tablet for memory, I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any tablet memory or any Russian videos or artists that you can suggest, drop a comment section of the to read and respond you all and make your video request. Let's get to it guys, enjoy. And I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles. Really want to hear also with you in the comment section what are your thoughts with regards to this video. Let's get to it. Enjoy guys with this amazing. Wow. Thank you so much for this video. Video of American about Putin, unexpected interesting Russia. В конце каждого года журнал Forbes публикует список самых влиятельных людей мира, которые контролируют ресурсы мира, их личное влияние на глобальные события и влияние на их народы. Все эти факторы берутся в расчет. В этом году третье место досталось Ангеле Меркель. Второе место у Дональда Трампа и первое место у Владимира Путина, который лидировал в этом списке еще с 2013 года. И это удивительно, учитывая тот факт, что страна Россия имеет население всего около 145 миллионов человек, в сравнении с Соединенными Штатами или другими густонаселенными странами мира, такими как Индия и Китай, население России гораздо меньше. Экономически Россия, возможно, и сильна, но она не лидирует в списках. Она на 12-м месте по ВВП. Так почему же этот президент такой могущественный? И как Владимир Путин трансформирует Россию и мир? Wow, this is incredible, and I really want to hear with this one. Путин родился в 1952 году в Санкт-Петербурге, который тогда назывался Ленинградом. Его отец был работник на фабрике, и он был убежденным коммунистом, который сражался во Второй мировой войне против немцев. До рождения Владимира Путина оба его братьев умерли в молодом возрасте. Один из них во время блокады Ленинграда немецкой армии. Больше 1 миллиона человек погибло в Ленинграде, и большинство из них от голода. Мать Путина, Мария, была одной из немногих, кто это пережил. Будучи единственным ребенком, рожденным в семье после войны, и единственным, кто выжил, родители Владимира хотели, чтобы он преуспел. Когда он был ребенком в школе, у него уже были часы. А когда был студентом, даже своя машина. А это была огромная роскошь во времена коммунистического Советского Союза. В молодом возрасте Путин был вдохновлен советскими фильмами про шпионов, такими как «Щит» и «Меч». И он хотел стать агентом КГБ, агентом советских спецслужб. Ему посоветовали сначала изучать право, что он и делал в Питерском государственном университете. И сразу после выпуска он начал свою карьеру в КГБ. Между 1985 и 1990 годами Путин работал под прикрытием в Дрездене в Германии, где он вел наблюдения в группе визитеров и туристов. Дрезден стал одним из городов с самыми огромными мирными демонстрациями против правительства в конце 80-х. И все это приводило к развалу социалистической Восточной Германии. Во время падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года Путин сжигал секретные документы КГБ для того, чтобы не допустить их попадания в руки протестующих. После развала Советского Союза Путин работал на некоторых должностях в правительстве Санкт-Петербурга, пока он не переехал для того, чтобы продвинуться в политической карьере в Москву. Браво! Because he is smart and brilliant. Пока Борис Ельцин был президентом, Путин сделал карьеру с огромной скоростью. Он был ответственным за отношения между московским правительством и региональным правительством. Потом он стал главой Федеральной службы безопасности, организация, которая, можно сказать, стала наследником КГБ. 9 августа 1999 года Борис Ельцин объявил, что Путин станет его преемником, то есть президентом. И в новогодний вечер в 1999 году Путин официально стал президентом Российской Федерации.
Россия — это самая большая страна на планете, которая растягивается от Калининграда до самого Берингового пролива, покрывает 9 разных часовых поясов. Поскольку большая часть России находится на севере, на многих территориях из-за холодного климата плотность населения низкая. Поэтому большая часть населения живет в европейской части страны. Путин занял свою должность практически после развала Советского Союза. И в то время в России было много сепаратистских движений. Он переформировал 89 российских федеральных субъектов в 7 административных округов. Путин также изменил систему, так что местное управление того региона не могло быть избрано населением этого региона. Вместо этого губернатор назначался лично президентом. Этот шаг подвергся сильной критике и был описан как антидемократичный. Так почему же он настолько популярен в России? Он понимал, что многие русские хотят видеть во главе того, кто вернет ощущение старой силы и мощи. И он сам видит свою роль как того, кто объединит и сохранит Россию в целости. Под правлением Бориса Ельцина многие русские думали, что их президент — это клоун, марионетка Запада, а экономика под управлением Бориса Ельцина двигалась к коллапсу. Но как только Путин пришел в кабинет, в стране начались быстрые перемены, и экономический рост возобновился. Путин знал, что люди хотят вернуть гордость и свою самоидентификацию. В 2000 году он даже решил сделать гимном страны старый гимн Советского Союза, правда, с небольшими изменениями. И даже зная, что Россия огромная, ее доступ к мировому океану очень ограничен. Арктический океан на севере замерзает на 6 месяцев в году. И даже несмотря на то, что Россия есть доступ к Черному морю, все равно она зависит от Турции, которая контролирует пролив Босфор, который позволяет выйти в Средиземное море. Одна из самых больших и ключевых военно-морских баз России находится в Севастополе. Русская армия находилась там на протяжении долгого времени. И порт был передан украинскому правительству России после распада Советского Союза. Когда Россия аннексировала крымские территории в 2014 году, это было сделано также из-за того, что нужен был контроль над этой военно-морской базой, которая имела огромное военное значение. Из 10 самых больших российских компаний контрольный пакет 5 принадлежит правительству. И из 10 этих компаний 6 компаний из нефтяного или газового сектора. Самый огромный из них — это «Газпром», которым в основном владеет российское правительство. А как известно, бюджет России на 40% зависит от продажи нефти. А это сила и проклятие в одно и то же время. Потому что Россия в определенном смысле контролирует Европейский Союз и является его самым большим торговым партнером. В то же время это делает Россию очень зависимой от цены на нефть и экспорта. Если падает цена на нефть, то развитие России падает. Если экономика базируется на продаже ресурсов, это не совсем современная экономика, которая была бы готова к вызовам будущего, к новым временам возобновляемой энергии. А сейчас Владимир Путин пытается модернизировать экономику, создавая финансируемые государством компании. И это происходит во всех секторах. Самолетостроение, атомные технологии, индустрия высоких технологий. Огромное количество компаний, которые в будущем должны быть приватизированы. И это служит двум целям. Это проекты инвестиций в будущее. Но интересно то, что компании, фактически управляемые не министерствами, а напрямую премьер-министром России. И большинство из этих компаний были основаны в 2007 году, прямо после того, как президентский срок Путина закончился и он стал премьер-министром, потому что Конституция не позволяла ему выдвигаться на пост президента 3 раз подряд. И тогда он стал премьер-министром и поддержал Медведева как кандидата в президенты. И поскольку на тот момент многие влиятельные люди подчинялись Путину, он успешно распространил свою власть. Влияние Путина также распространилось вне России. В 2005 году его правительство основало телевизионную компанию «Россия сегодня», которая теперь имеет свои компании на русском, арабском, английском и немецком. И их аудитория — это совсем не русские зрители. Их аудитория международная, что также объясняет, почему около 80% бюджета этой организации тратится за границей. Когда мы задумывали это предприятие в 2005 году, мы исходили из того, что на мировой информационной сцене должен появиться еще один игрок, который не только будет объективно рассказывать о том, что происходит в нашей стране, в России, но и попытается, я хочу вот это подчеркнуть, попытается сломать монополию
англосаксонских СМИ. Это все часть внешней политики для оказания влияния на другие страны. Есть мнение, что Россия спонсируется целой командой людей, которые делают комментарии в блогах и постят информацию, которая изменяет общественное мнение и продвигает пророссийские взгляды. Москва поддерживает несколько пророссийских партий за рубежом, такие как Рабочая партия Венгрии, Партия свободы в Австрии или Форца Италия. Марин Ле Пен, которая участвовала в выборах президента во Франции, также получила кредит около 9 миллионов евро из Москвы для того, чтобы финансировать свою предвыборную кампанию. И также есть обвинение, что Путин приказал хакнуть Демократический национальный комитет для того, чтобы изменить мнение американцев и продвигать своего кандидата Дональда Трампа. Путин постоянно бросает вызов Европейскому Союзу в самых больших военных конфликтах на сегодня, таких как в Украине и Сирии. Он трансформировал структуру России таким образом, чтобы его власть была защищена вместе с его личными богатствами и его влиянием на весь мир. Он, возможно, самый влиятельный человек на планете на данный момент. И как бы там ни было, мнения по поводу этого человека очень разнятся. Это как две стороны одной и той же монеты. Люди поддерживают его, и уровень его поддержки в России просто колоссальный. А другие видят его как диктатора, который забирает у России шанс стать либеральной и свободной демократией. И в конечном итоге время покажет, на какую сторону упадет эта монета. Друзья, спасибо за ваше время. Напоминаю, что это видео было сделано американским блогером для американской аудитории. Поэтому, если вы нашли какие-то ошибки, пишите в комментариях. Я очень благодарен тому человеку, который недавно поддержал канал. Спасибо тебе огромное. Это мотивирует меня для того, чтобы искать новые интересные видео для вас. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Thank you so much for this tablet memory, this amazing video. You really cannot imagine of this simple person, student who just being so courageous and also determined to study. And no one knows that this person, Vladimir Putin, will become the best president in the world and one of the consistent Forbes influential people, influential person in the world. And this is fantastic because a lot of people in the world that believe in this guy, his power, his leniency, his, like the way how he just handled the country, the way how he just changed the people, the way how he changed the country and the economy itself. And that's amazing. And that's a great move because he is smart, he's brilliant in everything that he do. And kudos and much love and respect and salute to this amazing president from Russia. Vladimir Putin, you are one of a kind. And thank you so much for your willpower to share in the world, and you are the admiration and inspiration and like a motivation to different young minds to be one of the great leader in the world. And thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one, and if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, and subscribe also with my channel. This is Junris Vlog at the Greek, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye bye. God bless and mabuhay tayong lahat. See you in my next video reaction, guys.